Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру Outlast 2. Ой, Ух ты, веточка ёпта. какая-то. В общем, мы здесь остановились. Не знаю, вот, А в общем, куда? Мы вот вообще, как здесь. будто мы уже сколько мы не У играли нас здесь давно. было сохранение, прошло. Мы в выходные, по-моему, играли в субботу, что ли. Вот, в Ай, общем, и вроде спасибо. бы вот сюда нам идти, судя по... А, мы не выбрались по кругу, ни хера бегали. А, мы выбрались. Мы выбрались, да, мы дошли до сохранения и закончили. Что это такое? Жесть, вы высохшие уроды какие-то. Все сняли. Подвесили чела какого-то мужичка. Любят они мужичков подвешивать. Мужичков, в общем-то, они любят. А может быть, они их наоборот не любят, раз подвешивают. Давай, собирайся. Ну да, они сначала их полюбят, а потом подвешивают. Ну что, забираемся тогда? Да, продолжаем карабкаться. К цели, к нашей. Тут у нас горы, камни. Опять тут, блин, бегай в этой тьме. Ой, хоть бы в школу не возвращаться. Не хочу я в школе, там как-то фигово вообще. Уже мне кажется, в школе, наоборот, более понятно, чем тут делать. Я уже привык к этим камням, к этому. Оу, еще одно сохранение прошло-то вообще прям нормально. Хорошо, мы... Шахта, это должна быть она. Как, черт побери, я спущусь сюда. Вот это шахта. А что так хреново? Все вон так туда разум... нам идти. Смотри, даже обычным зрением лучше видно, чем вот этим ночным. Ну ладно. Сюда нам, наверное. Ни хера себе подвесили. Так, подожди, прыгнуть надо? Я не знаю. Ох, смогла. Ой, за писькян. Сюда, что ли? Сюда. Смотри, одна нога. А на чем одна нога стоит? А чё ты прыгнула? Нет, значит, не сюда. А я думала, он выживет. А, это ж у нас Джек, понятно. Вон туда надо. Понятно, это я думала... Это у нас Джек еще один, знакомьтесь. Нет, ну слишком большая. Джеки у нас всегда ножки ломают. Извини, мне пришлось взять веревку с этого шкива, поэтому я собираюсь забраться на небеса. Потому что я собираюсь забраться на небеса, ха-ха. Если этот жирный Езекиль не хочет давать тебе больше веревки, ты можешь зарезать меня и забрать ее, потому что мне она тогда уже будет не нужна. Подожди, он что, повеситься хотел? Ну, взять веревку? Потому что я собираюсь забраться на небеса. Ух ты какой! Да пускай забирается на небеса. Или на горы он собрался. Подохнуть забраться. Он хочет. Наверх, не, наверх. Он блокируется. Почему я их отключил? Все, кобздец. Мессия, чудо! Что у нас тут есть такого? Там батарейка, что ли, внизу была? Не показалось, здесь что такое? Не, туда, на ребрышке нахуй. Какие-то я звуки слышу нехорошие здесь. Можно камеру выключить. Пойдемте без камеры. Ой, веточки, суки, суки, суки. Куда идти, куда идти, куда беги, идти, куда бегет, идти? Бегет, 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 бегет! Еще мудаки. Так, так, так. Слушай, нормально бежим. Вот он на веревке. Беги вперед. Он на веревке, хорошо. Да пошел он зад. Нам нужна эта веревка. Для чего нам нужна веревка? Зачем она веревка? Ну-ка еще. Ай-яй-яй, не успел. Не успел. Что это такое? Что здесь? Что? Вот веревка, веревка. Беги веточку! Давай, да, давай! Используй ты что? Используй, используй. Так нервничать всегда начинаешь, когда играешь. Все, он должен упасть, да? Это трупец, который висел. А зачем нам он нужен? Висельник, он сказал, если тебе нужна веревка, можешь мне ее забрать. Ай! Покрой старый крест чистой кровью! Забирай веревку. Спасибо. Ой, фу. Спасибо и извините. Туда надо? Что потревожили вас? Стрелы. Ты уверена? Ах ты гад какой! Откуда ты здесь взялся? Иди нахер! С ноги в пупок! Да что такое? Ну куда идти? Бабуля? Бабуля, пикаешь, ну пикай, или дрикаешь, ну дрикаешь.
какай, кекай. Так, нам надо обратно, я не помню, как обратно идти. Ты сейчас просто здесь не застрянь, сядь, не беги. Подлечись. По-моему, за мной гоняются, да? Там. Да, если честно. Бабуля! В сортире застукали бабулю! Вытирала зад пальцем. А что надо делать? Зачем нам эта потная веревка? Больная веревка после болезненного козла. Ну что эта музыка играет? Бабуля. Прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо. Наверх. Быстрее. А, веревку точно, ёп. Вешай. Давай, давай, вешай, вешай, ну вешай ты, давай, вешай, вешай, мы волнуемся за тебя. Вешай веревку, ёб твою нареду. Поехали, нахуй. Мы так ни за кого не переживаем, как за тебя, ни в одной игре. Давай, осторожно, спускаемся. Этот урод. Ой, что происходит? А, тащит веревку обратно. Жесть, сколько этим козлом. Ой. Что вы сделали-то? Ой, КБ, этот мудак с карликом упал. Спрыгнул. Мудак с карликом! Значит, он должен сдохнуть. По идее, да? Сдохжим. Ой, уродцы. Это он? Это другой. Ой, это он. Это этот второй, да? А это вот первый. Эй, попок, пойдем отсюда, то он сейчас что-нибудь может очнуться. А что не шевелится? Дай прыщ хоть выдавлю. Чё ты висит на волдырях? Чё-то он вроде двигается, или ну, это мы двигаем? Ну пойдём отсюда, хер с ним. Да, пойдём нафиг. Ползи, ползи, ползи. Перезагрузить? Не будем ничего перезагружать. Блин, ничего не будем. Перезагрузить? Куда идти? Куда идти? Надо. Взаимодействовать. А, люк тут какой-то. Ой, ух ты. Ой, школа. Крыша, возможно, я мог бы... Я мог бы... Фак. Фак. Почему так ярко? Снег, ты почему такой яркий? Сюда, что ли, идти? По трубам, пойдем по трубам. Они греют пяточки. Школа, не школа, непонятно, что там все. Снежок, как хорошо. Нет, туда не навряд, не навряд. Не понимаю тогда, куда. А, вот сюда, понятно. R. Есть? Есть? О, есть, хорошо, что есть. Или нет, а есть. Школа. Блин, как мы туда депортируемся? Ну, телепортируемся. Здесь у нас ничего такого нет. Здесь у нас какая-то колонна. Тут у нас какой-то квадрат. Туда, туда, наверное. А, вот сюда, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, походу, черт этот сейчас будет бегать. С 10 руками и с 10 языками. Ну ладно, сюда, наверное. Да больше нет. Да. Можно сюда? Нет, сюда Фер тоже. Лысый. О! Следы. Следы, ошибись. Нам по следам. Кто-то пасту подавил, вляпался и пошел дальше. Сам же на своем дерьме и подорвался. Может, лучше не идти по кровавым следам? Ну, надо идти, видишь, кто-то, у кого-то что-то не держит. А следы закончились на трубе. Да. Значит, ему стала труба. Ага. Тот, кто оставлял эти следы. Эй, что такое, что происходит? Что за светом? Выключи ты эту фигню. Вот сюда, наверное. Какой-то яркий голубой не свет. Не сюда, вот сюда, значит. А, вот следы какие-то еще сюда. Они, значит, идут, половина заметено, половина... Остались. Это походу этот снежный человек идет. Издегастывайте, мы идем. Ой. Главный герой, да, на самом деле. О, сохранение идет, а куда непонятно идет или нет. Как хорошо, хорошо так все видно. Ладно, тогда дойдем до сохранения еще до одного, наверное. Сюда не зайти. Ой, кровище. Чувак штаны нарисовал. Куда идти-то?
Так, за нами идут, за нами идут, за нами идут, за нами идут. Ну и там уже, я не знаю, куда идти. И там внизу один, здесь сверху. Сюда нельзя, куда можно. Эй! Бомбей, рокетические короли, это бомбей, буги, 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 бомбей. Жесть, мудак напугал меня. Ой, напугал. Фу, ж мурашки. Идешь, главное, вниз, а он внизу стоит. Идешь наверх, он вверху появляется. Фу, жесть. Делает, что хочет. Фу. Испугался? Испугался, да. Аж кожа на черепе покрылась мурашками. Улюк, цю. А нам сюда, да? Чё это за хер бегает за нами? Сейчас я еще гляну, что здесь такого. Интересно. Батарейка есть? О, батарейка. Да ничего здесь нету, столики, которые ждут, чтобы только летом посидели. Все выбегают, прям что-то на улицу, бегают, кричат, смеяться под солнышком. Ой, жесть, какая хень. Чё, он опять его? Слушай, еще один люк. В какой пойдем-то? У нас тут вообще прям шикарный выбор, куда можно пойти. Давай сюда. Сейчас хер с языком. Да, вот именно. В тебе нереальность, в тебе был страх. Беги! Беги, 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 беги! Открывай дверь! Да что ты пристал к нам, хер ты, языка ты, жесть! Ты, походу, очень много говорить любишь, если язык у тебя такой длинный. Молоко! Ух ты, ёпта, у нас сейчас бы попить молока. Хорошее утро называется. Доброе утро. Двухпроцентное. Блин, как я рада это молоко. Я ни разу не видел 2%. Я видел только 2,5. 2,5, да. Ну, или... Я так рада видеть это молоко. Это что такое? Меню, смотри. Breakfast, Monday, Tuesday. У нас батареек нет. Вон, батарейка лежит. Батареечка. Ой, хорошо. Что она делает на кухне? Разработчик положил. Может быть, он еще бинтов подложил? Молока почему нельзя? А то нас все бьют. О, еще одна батарейка. А, бин. Я на солнышке лежу и загрею, чтобы бледность пропала у меня. Слушай, а ты помнишь это место? Мы же тут бегали. Да, бегали. Вот там будет сейчас коридор. Да хер с ним. А, туда тоже уже не зайти. Значит, вот здесь была какая-то дверь. Нет. Открыси! Что вот это за дерево? Его вообще не было. Да хрен. Дерево с крестом с каким-то. Дерево с крестом. Ничего еще здесь не собрать такого? Вот что такое? А куда идти-то? Назад, наверное? Ой, оккультный листочек. Всё, к этому, наверное, перезарядить. ДНТЛТМГ. Сложную угадаю. ДНТЛТМГ. Так назовем серию. Донт или что-то типа того. Донт. Донт. Ну, короче, непонятно, что здесь написано. Отпускаем. Ты тут не один, блин. О! У нас здесь шоу. Шоу языков. Привет. Используй микрофон. Чтобы слушать через стены и записывать звуки. Быстро. О боже, сын, вот день прошел. Взгляни на малыша. Чё, опять? Джессика, ты меня слышишь? Лей свет свой на меня, лей. Желтый свет. Ух ты, ёб. И страха нет, ведь рядом ты спаситель и душа. О, боже, сын, вот твой день прошел. Хер сажает очень быстро вот этот аккумулятор. Быстро садится. О, светишь среди тьмы ночной, лей свет свой на меня. А я как раз в туалет хочу. И страха нет, ведь рядом ты. Что надо делать-то? Иду на звук. Да? А где мы? О, боже, сын, вот день прошел, да пошел. Вот. Какие-то звуки тут.
Все, тогда сохраняемся, нахер, еще разок хватит. Но... Беги, 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 батарейки надо экономить. Не. Может, это наши шаги? Да иди ты. Еще одна батарейка. Что ты одно и то же говоришь? Пластинка во рту заела. Быстро. Чувак не пьет, не ест ничего. Пойдем. Куда мы попали-то? Почему батарейка дерьмовая? Как этот хер посадил батарейку? Вряд ли. Не полезет. Иди туда, вот туда, да вот. Ну вот, вроде бы видно, что куда бежишь. О, можно. Нет, туда, наверное. Говори, говори, говори. Жесть, мы сейчас на нее все батарейки эти. Падаль, говори, херня ты. Блин, я вообще не врубаюсь. Все, кабдец. Коза, блин, задолбала. А что ты не включаешь этот свет? Какой свет? Вот у меня свет включен. Жесть, и все, что ли? Идиотина. Мы сейчас сдохнем из-за твоей бездержки. Беги быстрее. Надо бежать, видимо, было все время, понимаешь? Джесс, ты там? Все. Ёб твою Ну что это такое? Все, здесь мы закончим. Фу, ёпта налево, задолбали. Они пугают меня. И так жизнь пугает с этой реальностью. И эти херы пугают. Со своей виртуальностью. Ну где давай, мы? Где мы там? Подожди. А, ну у нас еще что-то там есть? Удивительно. Или нет? Включай. Сохранение было? Ничего нельзя включить, что ли? А, вот так вот. Все, подписка на канал, вступайте в рок контакта, комментировка, ставить лайк, всем удачи, пока.